Кира. Ну вот, в ту прекрасную пору, когда все ребятишки гуляют, радуются преддверию Нового года, Даша должна сидеть одна со своей маленькой сестренкой. Сиди, Даша, называется, у тебя же нет развлечений. Ну, конечно, естественно, шуметь-то нельзя. Но мне скучно вот так вот в тишине сидеть. Телевизор не включи, музыку не послушай. Ну, вообще, что ж делать, а? А может быть, мне стоит подружкам позвонить и их пригласить в гости? Ну, потихоньку хотя бы поиграем, а то одна сижу, ну скучняк же! Алло, Маша, привет, ты чем занимаешься? Короче, поняла, ты не занята. Так, давай поднимай свои косточки и беги скорее ко мне. Я одна, только сестренка со мной. Да, нянчусь я. Давай скорее, вот только попробуй, Маша, не прийти, прокляну. Все, давай, жду тебя, пока. Алло, алло, Мария. Здорово, здорово, подружка. Ты чем занимаешься? Ну все, короче, можешь не объяснять, я поняла, ничем. Давай, приходи ко мне. Да, Маша тоже придет. Ну посидим немножко, поговорим. У меня сестренка маленькая спит. Мне одной дома страшно и скучно. Так, ну-ка поднимай свою ленивую попку и быстро ко мне. Ну вы что, меня одну в беде бросите, что ли? Все, жду, без всякого якого, чтобы через минут 10 точно были. Ух, ну как же я заколебалась в одиночестве в тишине сидеть. Ну сколько можно? И сестренка такая, Соня. Вон, даже тортик принесла, а есть совсем не хочется. Никакой кусок в горло не лезет. Тьфу ты, сейчас с девчонками перекусим. Ну вот, явились, не запылились, подружайки мои. Пойду дверь открою. Очень надеюсь, что они со мной долго пропутят. Ну что, приветули, подруги дней моих суровых. Только, пожалуйста, не шумите, у меня сестренка спит. Проходите, проходите, чем-нибудь займемся интересным. Привет, Даша. Честно говоря, я бы не смогла к тебе прийти, но твои угрозы проклятием меня как-то вразумили. И я все-таки решила, что не буду рисковать и приду к тебе в гости посидеть немножко, ну и поиграть. Ну а я сделала новую прическу, а на сегодня у меня никакого свидания с Панки не назначено. И я решила все-таки прийти к тебе, Даша, в гости, чтобы ты оценила мой новый лук. Ну, все понятно. Я только вот стою и думаю, выгнать вас, может быть, сразу, дурочек с переулочек, или понять и простить. За что же нас выгонять? Мы так тебе спешили, чуть на лестнице не свалились головой вниз. Ну а я вообще-то все свои дела побросала, чтобы прийти к тебе и поддержать твое одиночество. Ну вы дурынды, я же просто так говорю. Одна под угрозами моих проклятий пришла, а вторая какой-то лук мне показывает. Что за лук? Где лук? Картошку не принесла с собой случайно? Вот я и говорю, вы какие-то дурные, что ли, подружки мои. Может, вас сразу отправить во свояси, да одной продолжать одиночество. Шучу я, шучу, проходите, что встали, как вкопанные. Если ты до сих пор не знаешь, то лук – это образ. Посмотри, пожалуйста, внимательно на мою причесочку, на мою диадемочку, платьюшко и туфельки. Ой, Мария, не морочь мне голову. Ты, как всегда, выглядишь блестяще, сногсшибательно. Это же все в вашем роде, лол блестящих. Это мы по-простому выглядим, а вы всегда одинаково красивые. Ух ты, подружка, тебе нравится, значит, и Панке понравится. А может быть, мы уже закроем эту тему с луками, да с прочим всяким. Давайте уже пройдем. Посидеть хочется, ноги болят. Ну вот, сами меня заболтали. А потом я еще виноватая. Ну, конечно, проходите. Только тише, не топайте, как коровки, каблуками. Ух ты, Дашуня, какой же у тебя тут ароматный кусочек тортика лежит. Да не вопрос, угощайся, Мария. Ой-ой-ой, как жаль. К сожалению, мне нельзя. Я слежу за фигурой. Скоро мы с Панки пойдем на бал. И я должна выглядеть, как королева. Ух ты, елки-моталки, ну тогда не колошмать мне мозги. Не ешь тортик, если не хочешь. О, Маша, ты будешь торт? Ну, конечно же, все-таки я с Панки не иду на свидание. Да вообще ни с кем не иду на свидание. Можно я его съем?
Ну, конечно же, угощайся. Я же сказала, кто будет тортик. Зачем 100 раз переспрашивайте? Девчонки, ну что с вами такое? Я пойду, пока тебе чай принесу. Присаживайся. Обожаю чаёк, да с тортусиком. Ну, как же я хочу этот тортик, да дрожи в коленках. Он такой манящий, такой ароматный. А я не могу его даже попробовать. Это ты не до дрожи в коленках хочешь, тортик. Это у тебя дрожь в коленках от того, что ты ничего не ешь. Нужен? Мария, на, попробуй кусочек тортика, как дар от богов. Давай же, кусай немножечко. Знаешь, как вкусненько? Ничего с тобой не сделается от одного укуса. А вот ничего вы, подружки, не понимаете. Кто-то понюхал кусочек еды вкусной, и его уже разбомбило. А кто-то точит и точит, точит и точит, ну, примерно как вы, и даже ни на чуточку не пополнеют. Ля ты гиена, Мария, еще та гиена. Ты что, хочешь сказать, что мы такие точим и точим, точим и точим? Вообще-то я за весь день первый кусочек точу. Вообще-то, я тоже не так много за сегодня съела. Утром яичница с беконом, потом бутерброд с колбасой, салатом, также немножечко борща. В обед я ела икру с бутербродами, гречку с мясом, потом котлетки, немножечко мант, ну, может быть, пару голубчиков, чай с пирогом пила. Яблоко, банан съела, дольку апельсина. Ну, в принципе, и все. Не так уж и много. Нет, ну вы только посмотрите, какие мы впечатлительные. Мария, Мария, давай очухивайся, вставай. Пойдем на свежий воздух. Возьмем сестренку мою и пойдем гулять. Она уже все равно скоро проснется. Ну вот, проснулся мой маленький кентаврик. Иду, иду, несу тебе соску с молоком. Мария, Мария, давай вставай. Уже малышка проснулась. Пойдем в парк сходим, прогуляемся, свежим воздухом подышишь. Ну что там, девчонки-болтушки, вы идете? Мне нужно уже сестренку на прогулку вести. Погнали, малявка, гулять. Маша, Маша, ты, пожалуйста, иди, я сейчас тебя догоню. Хорошо, хорошо, только, пожалуйста, не задерживайся, а то Даша ворчать будет. Ну какие же счастливые девочки, они могут есть сколько хотят. Девчонки и мальчишки, у вас точно так же. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. И спасибо каждому из вас за просмотр. Пока-пока. Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.